фары на семерку под Skyline. Ну, то есть, хотелось сделать под Skyline, но немножко не... пошло немножко не так, и поэтому, кто попался на превьюшку, извиняюсь. Ну, как не извиняюсь, я вам сейчас покажу, что это реально сделать, и причем без проблем. Так, я уже на компе накидал, сейчас покажу вам. Итак, вот Skyline, это 32-й кузов, вот такие вот на нем фары, ну, ничего интересного. На 34-м кузове интереснее фары. Так, 32-й кузов. И сейчас покажу, примерно прикинул на семерке, как это выглядит. Ну, вот такую превьюшку я поставил. То есть я вот с этого Skyline вырезал одну фару. Блин, где она есть? Вырезал одну фару и, короче, в пейнте вставил просто посмотреть, как это выглядит. Ну, примерно прикольно так-то. И сейчас покажу, как это можно сделать. Ну что ж, вот этот комплект фар. Сейчас покажу вам, что за фары. Фары это вот такие вот. Это у нас прошпроты. Для чего они были куплены? Не для тюнинга. Ну то есть для тюнинга, но не для визуального. Это было куплено только ради вот этой вещи. Ну то есть, чтобы фары были нормальные, с соколями. И ничего мозги не компенсировало. Вот эту штуку я вставлять не буду в фары. Я сделаю все провода напрямую сразу. И вот как-то все будет выглядеть вот так. Причина тому, это у кого есть семера, они знают, что постоянно то одно не горит, то другое не горит. Мне это, короче, заколебало. Я решил немножко потратить денег, заодно снять выпуск. Так, вот такие прошпроты. Скорее всего, они уже не продаются. Тут даже какая-то бешеная цена была, 200. Я купил их в 2 раза дешевле. Так, в принципе, продаются в виде штатных, с прозрачными стеклами. Ну, с более прозрачными, чем штатные. Но на штат похоже, то есть белые, красные, поделенные пополам. Но это, опять же, пришлось заказывать, ждать. Тут, в принципе, в городе нашел такие фары и решил сделать. Чем они не похожи, чем они, вернее, похожи на Skyline. То есть у нас имеется 2 кольца. Что нам нужно сделать, сейчас я покажу. В чем заключалась идея моя? Ну, то есть, просто же фары неинтересно ставить было. В данном случае я их поставлю просто сейчас, вот в таком виде, каком они есть. Чуть позже объясню, почему. Так, что я хотел сделать изначально? То есть, я уже начал делать, потом почему-то резко передумал. Но объясню вам, как можно сделать фары под Skyline. Так, нам нужны будут трафареты. То есть, вот так вот вырезать, закрыть. Ну, короче, нам надо закрыть вот эту часть, круг, и здесь круг, и по центру сделать тоже круг, вот такой вот, то есть, чтобы фары были как у Skyline, и скотчиком двухсторонним заклеить здесь такую же полосочку, как там, и, в принципе, у нас получится Skyline-овские фары. Как сделать трафарет? Я уже методом подбора подобрал, что подходит идеально компакт-диск, то есть, на компакт-диск наклеиваете в несколько слоев малярный скотч, потом вырезаете окружность этим лезвием, канцелярским ножом, и уже двухсторонний скотч наклеиваете сюда. А центральное отверстие можно сделать вот такую крышечку, я подобрал, не мерил какой диаметр, ну примерно. И заклеиваете, короче, основание, круг, ну, два красных круга заклеиваете, и здесь квадратным скотчем двухсторонним также заклеиваете полоску, примерно как у Skyline, и все это закрашиваете. Потом отклеиваете полоску, отклеиваете канты, и, в принципе, здесь можно либо сразу вырезать круг, если хотите, и закрасить черный цвет, либо можно потом купить черную пленку обычную и вырезать окружность и приклеить просто кружки сюда. Ну, как-то так. Вот и получится скайлайновские фары. Но в данном случае я не буду этого делать, потому что, ну, вернее, передумал. Я хотел это сделать, передумал. Так как я обратил внимание, что здесь полностью прозрачное стекло, то есть можно эту фару разобрать, ну, снять центральное стекло, вытряхнуть все внутренности и сделать вообще полностью кастомные фары, какие-нибудь интересные, типа
Прикреплю сейчас картинку, такие в виде, как калаши из светодиодов. Так что я решил не красить их сверху, потому что если я покрашу, уже обратно будут, скорее всего, не вернуться. Также не забудьте все обезжирить. Ну и как-то так, и получится у вас фара. Так, ну по подключению, сейчас перенесемся в машину. Как самое интересное, что все было подключено, но дед, когда продал мне фары, ну дедуля там продавал, он, короче, взял, выдернул штекер и начал показывать мне, как надо будет подключать, если не будет гореть. Ну, будет гореть неправильно. Ты, говорит, вот эти выдергивай, типа переставляй. Я говорю, ну, дед, ну ты красавчик. В данном случае все будет намного проще. Я буду подключаться к проводке. Тут еще, кстати, интересные лампочки вот такие вот. Я сначала подумал, почему они здесь стоят. Это красный светодиод P21. Двухконтактная лампочка красная. И понял, когда начал. Ну, трафарет приклеивал примерно. На свет проверял, как он горит. И заметил, что фара очень сильно нагревается. И, скорее всего, очень быстро выгорит, если будут лампы накаливания. Поэтому вставлю пока эту. Вторую, наверное, вставлять не буду, не знаю. Или лампу накаливания вставлю, чтобы вам показать, как это все работает. Жалко будет. А, ну в принципе, если он выгорит, так-то ничего страшного, если я все равно их буду потрошить потом. Что можно сделать из таких фар, я вам сейчас видео примерно прикреплю. Клиент, который у меня их заказывал, прислал мне новые фонари, абсолютно новые они были, лежали в этой коробке. Это туманки, тормоз, задний ход. Габариты и поворотники. Так, у чувачка с канала возьму, там, ну, 10 секунд, ничего не обидится. Вот именно из таких фар, из плоского прозрачного стекла, то есть он внутренности выкинул и сделал чисто светодиодную фару свою. Также в таком же случае я могу сделать. Сейчас таких фар не продаются, так что хрен их найдешь. Ладно, ставим пока то, что есть, и смотрим, как оно вообще работает. Вкратце, короче, снимаем этот кожух. Скорее всего, нам больше не понадобится. Отщелкиваем плату. И головкой на 8 длинной выкручиваем 4 болтика, 4 гайки. И снимаем фару. Как-то так. Демонтажно. Нету никого. Старое говнище. Ну хотя новое тоже не айс. И по подключению, ну в принципе тут я все уже сделал на одной фаре. Вот. Ставим все лампочки, где двухконтактные, там двухконтактные. И подключаем, вставляем, а потом начинаем подключать первый минус, а потом уже поворотник и так далее, задний ход. И то, что останется, габариты. Как-то так. Зима, конечно, не лучшее время года, чтобы что-то делать. Ну, короче, подматываем изолентой. Я типа как крышки не буду прикручивать. И все, и радуемся жизни. Честно говоря, не очень фары, но главное, лишь бы работали. В прошлый раз, когда фары, помню, делал, так мне сразу в них въехали. Так, что, аварийку включить? Аварийка есть. Габарит. Так.
стопы. Ну, я переделаю потом, наверное, чтобы два габарита горелось и два стопа загоралось. Пока ладно, пускай так будет. Ну и как-то так.